возвращаясь к прошлому сюжету, по поводу уловки была техника функциональная. Можно? Если партнер взял, и он вместе, то не получится. Партнер не пустит. Не получится. Поэтому уловки через центр. Уловки обязательно через центр. Если я у вас прямо наружу, то я не могу. Тогда убираюсь. Поэтому через центр. Вторая фишка, что одна и та же техника может иметь, в зависимости от анатомии камеры, проще, разные внешние опыты. Вот на ноге, да, у него вот от этого варианта, да, вот это тоже человек. Вот это будет человек. Да, это помогает, да? Вот это все. И вот это тоже будет человек. Просто, ну, да, в зависимости от того, какой хожу, если хожу здесь, то вот, пожалуйста, дальше накладываю и это будет человек. Да, если ты хорошо выиграл, нашел, ну, если пока что не так, все. Тоже могут быть такими, да. То есть здесь кёрк зашел, отправил человека. Если хорошо зашел с этой руки, то хватит и так. Да? Это все одна и та же техника. Если горизонтальный вариант, то захожу здесь. Да? Ну обязательно лоб через центр. Если так, партнер не пропустит. Поэтому понижаю центр тяжести, хожу через центр. По сути, вот эти все. Это тоже человек. А вот, то есть я хожу, например, вот в эту руку, не важно. Опять, это не сработает. Это. Через другую руку. Вот, соответственно, здесь. Через центр. Вот, в принципе. Разные формы одного и того же движения. Вот такого. Вот такого. В принципе, даже. Вот эти все. Это чиноген. Но единственное, здесь нога, например, поднимается всего. Для того, чтобы делать усилия руки. Если партнер хорошо держит, то вам было не нужно. Пойдем. Это противоход. Поэтому целиком вкладывать его, не травмировать. Техника. Ну и, соответственно, вот эти все песни тоже как варианты включи на бег. Вот.